О, у меня есть идея. Сделаем все это дело, потом вдруг Патрисия такая... У меня еще не съем. Ну, Патрисия, ну почему, когда я начинала говорить... Так, вот... Ты нас понимаешь? Так, будет такая идея. Я как будто прихожу, делаем все это сначала, потом Патрисия говорит... Я пошла на минутку в комнату, я хочу что-то забрать. А я такая тихонько беру. Ну, сейчас. Мы сначала все это делаем. Ну, я к ней прихожу, все такое, тогда там. Вдруг потом моя Патрисия говорит. Соня, я пошла на минутку в комнату, я хочу чтобы что-то тебе показать. И она говорит, мою палочку не трогать. А я не послушалась. Взяла палочку. Сделала вот так несколько раз, а потом я превратилась в гусеницу, а потом начинаются эти все волшебства. Нет! Ну, Патрисия, что это нет? Что, только ты будешь так крутиться и превращаться, а я буду такая стоять и на тебя смотреть? Шутки! Не, ну, Патрисия, это не будет интересно, Фима. Да, я маленькая! Дайте мне быть первой! О, прекрасно! Уступаю, но не надо тебе как такого малышка. Go, ходи по дому, вот так вот. Ну давай сделай мою идею. Ты чуть-чуть превращалась, а потом я забрала на палочку. Что, ты будешь прямо? Нет, ты вообще во все превращаешься. Потом ты говоришь, Соня, я на минутку иду в комнату, пожалуйста, не трогай мою палочку. А потом я была как непослушная, никогда не послушалась. Я оставила палочку на столе стеклянной. Ну, нет, а я не знаю, ну где-то оставим, где-то оставим. Потом я такая тихонько беру палочку. Поняла. Что, давайте тогда все. Ну, я одену вьетнамки, как будто в дверь позвоню. Так, давайте оденем, давай еще складываем. Ты у меня спрашиваешь? Ну, и у Сони. Не, павлин никак не подходит. Вы же хотите быть принцессой? Ну, давай принцессой. Брать! Брать выбери. Это больше красивее. Даже моего павлина не видела. Ну, там я твоя, видела. Твоя сестра там плачет. И попугай твой кричит. Хрикун такой. Да не порву тебе. Ну, короче, Фима, ты мне покажешь тоже, как звонок звенеть. Там такая кнопка. Красная, да? Не красная, а квадратная белая. Какая будет больше? Не, давай. Беатрис, что они там делают? Готовятся к съемкам? Ого! Балаган! Ой. Киса Беатриса. Мы тебе корону дадим, принцесса. Вот возьмите с собой Беатриса, она с вами снимется. Ладно. Кем она будет? Волшебницей? Да. Она вас превратит в жабу. Папа. Что, не закрылась? Нет. Так, что вы решили, как вы будете снимать видео? Идея будет такая. Патрисия не будет малышка, то это интересно не будет. Патрисия будет большая девочка. Я прихожу к ней в гости, я звоню в звонок,
она открывает дверь, а потом она мне показывает, как она превращается в разные штучки. Потом она сказала: подожди, Соня, я хочу что-то с комнаты взять. Потом я тихонечко, чтобы она не узнала, я взяла волшебную палочку и сделала, покружилась, а потом я превратилась в гусеницу, а потом мне Патрисия помогла, я превратилась, ну, в Энди. А вы, Рейка, я первая должна превратиться? Да, ты первая превращаешься. Смотри. Значит, ну, как Соня сказала, но потом она берет волшебную палочку, и я уже прихожу. Нет, я не беру волшебную палочку, я беру волшебную палочку, там, где он превращает в кузницу, а потом приходит. Так, подожди. Это интересно не будет. Слушай, как это я буду первой принцессой, если ты первая? Вот так, вот скажи мне. Я прихожу к тебе в гости. Ты говоришь, ты превоплощаешься в принцессу, идешь, говоришь: Соня, подожди, тут не трогай мою палочку, я пойду с тебя, я тебе хочу что-то показать. А потом я беру палочку, кручусь, ты еще в комнате, я кручусь, с этой палочкой я превращаюсь в гусеницу, поняла? Я что Ты будешь от мамы? Ты сначала будешь мамой, а потом принцессой. До твоего прихода я мумия, что ли? Нет, когда я приду. Не мумия, а куколка. Куколка. Ну, куколка. Давай. Так будет наше видео. Давайте начнем. Что, это ваш сценарий? Вы его придумали? Да. Молодцы. Беатриса Киса. Давай. С вами попугай тоже поет песенки. Носа, носа.